Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодня я буду делать для вас отливочку на воске. Мы сегодня с вами будем смотреть, исполнится ли ваше желание, и, соответственно, будем с вами открывать дороги для того, чтобы исполнились ваши желания. У меня очень многие уже просили сделать отливочку, и я вот для вас решила сейчас записать. Итак, что вам нужно сделать? Пока разгорается свеча, я специально выбрала оранжевого цвета. Натуральные свечи у меня все идут с травами. Я специально выбрала оранжевого цвета. Это цвет, символизирующий именно как раз исполнение желаний. Итак, что вам нужно? Вам нужно просто сейчас, пока разгорается свеча, подумайте о своих желаниях. Загадайте. То есть вот то, что вам так вот давно хотелось получить, то, что вам хотелось исполнить в своей жизни, реализовать. Подумайте о своем желании сейчас, пока разгорается свеча. Мы с вами будем смотреть, исполнится ли ваше желание. Если нет, соответственно, будем сейчас менять с вами ситуацию. А как же? Будем с вами проводить сразу практику на том, чтобы исполнилось ваше желание. Итак, сосредотачиваемся. Я думаю, что все загадали. Мы теперь приступаем. Сейчас мы с вами посмотрим, что происходит. У кого-то прям очень сильное желание, кто-то прям очень сильно хочет, чтобы исполнилось желание. Сейчас посмотрим. Вообще я смотрю, что вот кто сейчас смотрит данное видео, да, присутствует такой момент, что загадали не одно далеко желание, а некоторые даже сразу три загадали желание. У кого-то, может быть, одно прям вот ярко выражено идет, а у кого-то прям сразу три желания. То есть явно многие из вас загадали не одно, потому что прям сразу вот выпадает, сразу. Ладно, сейчас будем смотреть. Очень много переживаний внутренних, таких, знаете, вот душевных, о которых никому не рассказывайте, я смотрю. Во всяком случае, у многих, потому что каждый, конечно, должен понимать, что это идет общая отливочка, да, то есть не индивидуальная. Но все равно я вижу, что очень много переживаний идет. Вот прям внутри сидит у многих, что вот боится, исполнится или не исполнится желание. Возможно, что вы ждете очень долго свое желание, исполнение, прям очень долго. То есть у меня идет, что некоторые вплоть до года ждут, что уже целый год ждут. Вот просматривается так. И уже немножко как-то в растерянности вообще, что, возможно, вы и прикладывали какие-то усилия со своей стороны. Вот есть такой момент, что вы все-таки что-то предпринимали. То есть это не, знаете, как неспроста. Вы реально предпринимали действия со своей стороны, но почему-то потеряли надежду. Как-то вот у вас просматривается такой момент. Прям вот, знаете, вот как будто вот как пустота какая-то идет. То есть вроде вот оно, желание ваше есть. Вот у кого-то сейчас вырисовалось прям одно такое основное желание, а вокруг пустота идет. Понимаете, вот как будто вот уже потеряли надежду. Но вам никто не мешает в этом, я вам хочу сказать. То есть, если вы думали, что, может быть, вам вредят, нет, ничего подобного. У вас нет того, чтобы вам мешали, препятствовали исполнению вашего желания. Нет, достаточно хорошая линия идет, поэтому здесь не переживаем. Но сейчас будем дальше смотреть. Когда же оно все-таки исполнится, ваше желание? Сейчас мы с вами посмотрим. Я могу сказать так, что пока нужно еще подождать. То есть просто еще не время. Но вы на правильном пути, понимаете? То есть вот каждый для себя что-то сделал, да, какой-то шаг, какое-то действие. Я могу сказать так, что вы на правильном пути. Вы не ошиблись в своем выборе, потому что выбор у многих был, я смотрю. То есть маялись правильно, неправильно, нужно было так поступать, не нужно было так поступать. Может быть, надо было как-то в другом направлении, либо другое что-то предпринимать.
Я могу сказать так, что вы выбрали правильный путь, вы на правильном. Именно выбрали правильное решение для себя, просто нужно еще подождать. Не время совсем, понимаете, вот идет такая позиция пока. Не совсем еще пришло ваше время для исполнения желаний. Однозначно желание исполнится. Однозначно, потому что здесь идет именно такой момент, что прям вот шанс идет, вот он, шанс присутствует. Но кто-то, кстати, упустил. Вот он в стороне уходит. Кто-то мог уже упустить, но это не значит, что оно не исполнится, потому что вам будет еще сейчас шанс даваться. И причем такой уже, который прям придет к вам в руки. Все ваши сомнения уже уходят, они прям вот отскакивают от вас однозначно. Шанс вы сейчас сможете получить. Кстати, у кого-то уже этим летом исполнится желание. Если вы будете смотреть позже, позже видео, сейчас я посмотрю. У кого-то, вот кто сейчас смотрит, однозначно прям вот летом сейчас вот исполнится. Во всяком случае, одно желание точно исполнится. Это просматривается такой момент. Присутствует. Вот именно когда тепло, понимаете? То есть вот исполняться желание будет, когда тепло. Прям когда совсем прям солнышко светит. Прям именно в этот промежуток времени исполнится желание. Но есть еще такой момент, что желание может исполниться и в течение 7 месяцев. То есть, возможно, что у кого-то вот уже летом какое-то желание исполнится. Но так как вот я вначале вот сказала, что многие далеко не одно желание загадали, то другие желания, да, вот какие у вас есть, они исполнятся в течение 7 месяцев. Вот приблизительно так. Вы просто как-то в себе не уверены. Вот просматривается прям вот закрытость, какая-то неуверенность присутствует. Но нет, это сейчас все раскроется. Здесь идет еще такой момент. Обращайте внимание, знаете, на что сейчас вот вам очень важно, чтобы исполнилось ваше желание. Обращайте внимание на новости, которые будут исходить от дамы с темными волосами. Вот на это обратите внимание. Причем это может быть какое-то письмо, какое-то известие, но это будет в письменном виде. Через бумаги что-то. И это будет именно в письменном виде. Вот на это обратите, причем знаете, как вот, почему я говорю обратите внимание, потому что это будет для вас неожиданно. То есть вы этого совсем ждать не будете. Потому что это немножко такой вот идет момент, как такой неожиданный поворот событий просматривается. Поэтому на это обратите внимание. Дама с темными волосами, женщина. Вот через нее у вас начнут исполняться желания. То есть вот как она появилась в вашей жизни. И вот она вам что-то передала письменное. Все. Значит, будьте уверены, что ваше желание исполнится однозначно. Поэтому здесь даже не сомневайтесь. Желания будут исполняться. Мы с вами сейчас открываем все эти дороги. Мы с вами сейчас настраиваемся только на улучшение. И настраиваемся именно на то, что вам сейчас дается прекрасный шанс на то, чтобы исполнились ваши желания. Кстати, шансы у вас сейчас будут. И не один. Даже если вы упустили в прошлом, потому что есть у некоторых упущения, и, возможно, вы переживали, кто-то переживал, что ну вот упустил свою возможность и так далее. Вот сейчас у вас будет прям открываться, прям энергия очень хорошо идет, просто замечательно. Кому-то может, кстати, очень прям тепло быть. То есть вот кто смотрит, да, может быть такой момент, что прям может быть очень-очень тепло кому-то. Вот именно, знаете, вот это душевное такое вот внутреннее состояние. Кому-то может сейчас прийти спокойствие.
что все образумится, все будет улучшаться. Прям замечательно идет, просто замечательно. Итак, мы с вами начинаем открывать сейчас дороги для исполнения своих желаний. Что я вам предлагаю? Сосредоточьтесь сейчас на своем желании. Сосредоточьтесь. Проговорите его. Можно слух, про себя, неважно. Просто проговорите свое желание. Достаточно один раз. Свечка у нас просто замечательно разгорелась. Значит, вы будете услышаны. Итак, я надеюсь, что каждый из вас проговорил свое желание. Теперь повторяем за мной такие слова. Силу светлого огня принимаю в своей жизни. Огонь мне помогает, и дороги мне открывает. Исполнение я ожидаю. Шансы в жизни ожидаю. Исполнение желаний я получаю. Да будет так. Вот проговариваем. Один раз за мной просто повторяете, и все, этого будет достаточно. Ну все, посмотрите, как прекрасно у нас прошла с вами отливочка. Теперь ваше желание исполнится. И постепенно вы прям будете видеть, как все вокруг меняется. И появляются шансы, и появляются возможности. И, наконец, исполняются ваши желания. Так что у нас с вами отливочка прошла просто замечательно. Она почистила, убрала все ваши переживания, открыла дороги и приведет к исполнению желаний. Вот такая вот у нас с вами получилась отливочка. Что я вам могу сказать? Данное видео обязательно вам поможет открыть вам дороги и исполнить ваши желания. И, конечно, я вам желаю, чтобы все ваши желания, все ваши мечты исполнялись. И, как всегда, подписываемся на канал и пока-пока!